Будут помогать вместе. Единороссы и Фонд защитники Отечества объединят усилия по поддержке участников СВО и их семей. Такое решение вынесено сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в Думе Югры. Напомню, Фонд защитники Отечества создан по инициативе и при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Его задача – помочь военнослужащим и их близким. Помощь разная – юридическая, финансовая, психологическая, бытовая. Еще до открытия фонда «Единая Россия» уже вела похожую деятельность. В Югре под патронаж партии на данный момент взята 851 семья участников специальной военной операции. В ближайшее время депутаты планируют посетить филиал Фонда защитники Отечества и уже более детально выстроить совместную работу с ним. Завтра мы выедем на место, уже посмотрим, где расположен фонд, более конкретно определим точки соприкосновения и будем работать над теми задачами, которые определены приоритетными нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы объединяем усилия, и как бы, когда один человек что-то делает, это всегда мало. А когда все-таки принимает участие большее количество людей, тут получаешь эффект гораздо лучше.